Неожиданное превращение в наследника Иона сделало Марти победителем на чемпионате Оранжевой долины по борьбе. В то же время Алли и Баттенс продолжают планировать побег из тюрьмы госпожи Оранж. Вон Раймер, который с нетерпением ждет осуществления своих коварных планов, назначил вознаграждение за поимку ребят. И все было бы ничего, если бы слава о Марти не распространилась по всем уголкам долины. Марти – железный мальчик. Пусть воцарится мир на планете, настал долгожданный час. У нас есть всего один миг, чтобы сразиться и спасти этот мир для вас. Ты улыбнись и поймешь, что стал лучше этот мир вокруг. И я буду с тобой. Восьмая серия. Продолжение битвы. Что такое? Нас отпустили? Алли, ты где? Еще и голова болит. Но что это? Что со мной? На мне доспехи? Я не могу двигаться. Это весит целую тонну. Ну что случилось с моим лицом? Как смешно! Идея! Ты похож на железную банку! Ты проржавеешь! Я не могу их снять. Ну же, снимайтесь. Это украшение. Это украшение. Украшение Алли. Откуда оно у тебя? Не убегай. Нет. Ты похож на утку. Утку из жести. И ты победил на ринге? Вранье. Как же ты надоела. Дорогая, с вами все в порядке? Ты же не станешь сражаться с девочкой? Хочешь получить еще? Если нет, вставай! Ну вот. Конечно же, эти доспехи появились благодаря кулаку. Но как же теперь их снять? И что надо сделать, чтобы они появились вновь? Ой, я не знаю, как оно работает. И потом... Почему у этой девочки медальон Алли? Мне надо выбраться отсюда и найти ее. А? Что это? Джо Мано де Пьедро решил вызвать на бой чемпиона. Какая неожиданность! Ведь битва еще не закончилась. Это подобно войне без конца. Это слишком тяжело.
Какой у вас нюх на таланты, госпожа Оранж. Ведь никто не ожидал, что этот на вид слабый мальчик одолеет Сампака. Еще раз подчеркиваю, что я бы не смог. И эти доспехи я раньше таких не видел. Наверное, дорогие, за все то время, что я занимаюсь этим бизнесом, ни разу не видела такую команду. Все согласны? Ни разу. Проклятие! Этого не может быть! Бабушка! Бабушка! О, моя дорогая, где же ты была? Неужели ты не соскучилась по бабушке, а? Бабушка, помнишь девочку с собачкой? Можно им поиграть со мной? Ну же, мы подружились. О. Разрешишь? Ну, пожалуйста. Что ты говоришь, малышка? Госпожа Оранж этого не разрешит, она может рассердиться. Ну, если тебе хочется, твоя бабуля будет только рада. Конечно, можно. О, нет, не стоит этого делать. А ну, здорово. Замолчи. Спасибо большое. Но я думал, так будет лучше. Интересно. Неужели это возможно? Я знала, что это что-то весьма необычное. Этот железный кулак очень похож на тот, что исчез 100 лет назад. Настоящее сокровище! И, конечно, это моя заслуга. Не нравится мне это. Я не помню, как я сюда попал. Снова лезть вверх. Должно же это когда-нибудь закончиться. Следуйте за нами. Пошли, Баттонс. Делай, что нам говорят. Не зли его. Нет. Пожалуйста, не сажайте нас в тюрьму. Я очень боюсь темноты. У меня плохо со здоровьем. Что? Куда же их ведут? Поторапливайтесь. Госпожа Оранж уже ждет. Проходите. Снова я? Что я еще натворил? Наверное, это крыса. Что ты хочешь, принцесса? Что тебе нужно? Куда ушли мои друзья? О, они должны быть возле. Это они! Привет, назвали? Али, где же мы? Как я рада вас видеть! Слушай, оставь его в покое, он тебе ничего не сделал. Добро пожаловать, проходи. Дженни очень хотела поиграть с вами. Развлекайтесь как хотите, но вас будут охранять, да? Это комната моей бабушки, моя наверху. Пошли, пошли играть, вот увидите, вам понравится. Ну вот опять, опять Баттонсу досталось, пора подумать о себе. И даже не думайте о побеге. Я это говорю для вашей же пользы и для безопасности вашего друга.
Нет, надо обязательно что-то придумать. Что за шум? Иди, иди, я тебе сейчас. Не убегай. Нет. Есть же люди, которые редко спят. Еще хуже. Мне все равно, откуда эти детали. Робот номер 5 все равно лучше, чем новый. Извините, не проблема, босс. Я 7 лет ремонтирую роботов. 7. Хорошо. Ты уверен, что он будет работать? Я не беру старые запчасти. Уверен, босс. Этот робот будет лучшим из тех, которые есть в Оранжевой долине. Конечно, если не считать роботов из Железной башни, они-то работают лучше. И я гарантирую, что он еще не раз победит. Добавим несколько компонентов, и этот робот будет иметь значительное преимущество. Этим я как раз и занимаюсь. Эти запчасти тоже? Да, разумеется. В этом году мы собрали так много роботов, мы работали без выходных. Послушай, Бердок, дай-ка мне этот ключ. Не может быть. Но он же похож на того мальчишку, на Марти. Идентификация завершена. Спасибо. И, пожалуйста, штабка, не забудьте, что на этаже номер 650 можно находиться только с разрешения президента. Милочка, когда вы приходите сюда, вы должны получить специальный пропуск. О, директор Билли, как дела? Кто это? Мы не знакомы. Виолетта, координатор по связям. А этот? Директор по проектам. Правая рука президента. Уполномоченный Раймера знает обо всем, что происходит. Президент, Раймер, что вы тут делаете? Билли, ко мне приходили спецагенты. У тебя всего неделя. Если в течение 7 дней ты нам не представишь все необходимые детали, чтобы восстановить генерала, я запру тебя в темнице. Я за тобой слежу. Я сделаю все, что от меня зависит. Провала не будет. Боже мой, какой позор, что я тут делаю? Сюда, песик. Что? Ко мне. Так-так, развлекайтесь. Госпожа Оранж, госпожа Оранж. Что случилось, Майк? Та-дам! Что скажете? Бой между королем чистой игры Ред Старом и Марти, железным мальчиком. Железный мальчик. Это мальчик-робот. Я начинаю забывать, как я выиграл последний бой. И совсем не помню, как пользоваться кулаком. Хорошо, по крайней мере, я знаю, где Али и Баттонс. Я должен выиграть бой и освободить их. Это те самые роботы, которые увели Али. Куда же делись роботы? И где мальчишка? Наверное, он жутко напуган. Что тут происходит? Ред Стар – чистый игрок. Ты должен сражаться до конца и отправить в нокаут робота, появившегося на турнире. Да, это он, это он. Снова мотоциклисты. Что они тут делают? Знаешь, что они тут делают? Я король мотоциклистов Великой Пустыни и хочу сразиться с мальчиком. Хотя у меня уже была одна неудачная попытка. Надеюсь, в этот раз мне повезет больше. Что? Не думаю, что этот выскочка станет фаворитом турнира. Я даже не знаю, что сказать. Браво. Все готово для представления. Пора начать.
Отлично! Объявляю начало состязания. Но этот же тот самый Ту, который стал чемпионом Лиги роботов по сумо год назад. Потом его выгнали из Лиги за жестокое обращение с соперниками. Как ты осмелился сказать обо мне такое, парень? Я тебе этого не прощу. Какой он страшный и намного сильнее меня. А? Давай, парень, начинай бой. Что я могу сделать против этого монстра? Посмотрим, не мал ли тебе этот ринг. Марти страшно напуган, и это не в первый раз. Ты смеешься надо мной? Серьезный удар прямо по железному кулаку. Какой удар, бедный мальчик. Не хотел бы я сейчас оказаться на его месте. Как мало я могу. Ладно, мне надо разогреться. А сейчас серьезно. Сейчас я ему покажу. Готов? В атаку! Ты меня щекотишь. Что? Ты такой толстый, что не заметил удара? Ну, хорошо, еще разок. А? Ты большой и неуклюжий. Бить его в живот бесполезно. Надо сменить тактику. Пойдет. Попробуй так. Тебе не нравятся мои объятия? Я очень зол. Итак, удар в спину. Да, так его! Иди ко мне, цыпленок! На тебе еще, еще! Али, сколько мне еще терпеть? Медсестра, сделайте ему укол. Что? Уже сделала. Нет, посмотри. Мне уже лучше. Глупый мальчишка, похоже, тебе пришел конец. А вот и нет. У меня есть план. Его спина – самое уязвимое место. Лучи, дайте мне силу. Сколько раз, ты думаешь, можно использовать один и тот же трюк? Боже мой, мне нечем дышать. Думаю, всем вам хорошо видно. Это всегда случается с тем, кто сражается с мотоциклистами. Это послужит вам уроком. Ой, похоже, мальчик получил серьезные травмы. Надеюсь, Марти продолжит бой. Ай, как больно. Я не могу больше с ней играть. Мне принадлежит замок в Оранжевой долине. Вы должны его увидеть.
Мой солдатик очень хочет поскорее убежать отсюда. О, глупая! Отсюда бегут только на ринг. Ты попадешь в ловушку. Но нам нельзя здесь оставаться. Нет, отсюда выхода нет. Выхода нет. Ты совсем глупая. Ладно, тогда мой солдатик не сможет отсюда выбраться. Не плачь. Я скажу, как можно убежать. Правда? Если хочешь убежать, тебе надо спуститься в подвал второго уровня. Там и до выхода недалеко. Спустишься по лестнице, и все, ты у выхода. И не надейся, я не проиграю. Какое разнообразие! Жили-были три друга, которые оказались пленниками в одном замке. Мальчик, девочка и малышка, которую звали Дженни. Они хотели убежать, но только Дженни знала секретный выход. Неправильно! Не нравится? Дженни осталась одна в своем замке. Ладно, давай по-другому. Друзья Дженни хотели, чтобы она пошла с ними поиграть. Я знаю про секретный выход, это правда. Можем выйти поиграть. И нас снова свяжут. Во-первых, надо избавиться от охранников бабушки. Я думаю, что в этот раз надо попробовать ударить в голову. Он до сих пор на ногах после 14 ударов Рафага Мартила Мультиплеса? Из какого сплава эти доспехи? Надо проверить. Великий король, не делай этого! Смертельный гром! За использование этого удара Туо был исключен из Лиги Сумо! Я уверен, что этот прием является запрещенным. И нет такого ринга, где он разрешен. Тебе повезло, малыш. Но теперь тебе конец! Я должен ударить его в спину. Ведь это легендарный наследник Иона. Смотрите, победа за Марти! Железному мальчику она досталась нелегко. Завершился чемпионат по борьбе в Оранжевой долине. Нет сомнений. Наш великий король не мог проиграть. И атаковать. Что? Какой интересный мальчик. Похоже, что мальчик набрался опыта и теперь достоин сразиться со мной. Нужно предупредить Максов, и тогда я получу награду. Ну, что ты делаешь? Битва же закончилась!